grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Наконец-то вышло долгожданное обновление, связанное с кратером. Давно уже об этом говорили, но все не было и не было. Вот сейчас вот добавили, скажем так, очень много всякого интересного. И мы, пожалуй, начнем с дополнительных 15 уровней. Эти уровни у вас будут по дефолту в любом случае, не достигая 100 уровня. То есть вы можете быть на 1, 10, 15, 40. Следующий уровень, следующие 15 будут именно вот эти. Они вам нужны для того, чтобы получить возможность ходить в PvP. То есть у меня сейчас на 102. Кто-то, если кто-то был на 50, у него будет на 52. Хрен знает, куда это, турнир крат или что-то там, вроде, не знаю, в общем, на 107 уровне. Получить дополнительный карман, да, он наконец-то появился здесь. Это охренеть как круто, то есть можно дополнительный предмет с собой шмякнуть. И слоты для байка тоже можно расширить за 15 эти уровней. Мы тут, кстати, с Сашей, я забыл про нее сказать. Саш, поздоровайся. Привет. Она мне будет помогать, так как она еще несколько ребят были, ну, играют с айфона. Они получили обновление еще вчера, когда оно вышло. И уже несколько уровней себе прокачали. Как вы видите, тут репутация у нее была 6150, стало 6582. И я попросил их добыть ресурсы, которые мне не хватало. Ну, потому что физически я бы этого не смог сделать, и пока не вышла обнова. А потом бегать, прыгать, все это дело мне бы попросту не хватило времени. Итак, давайте смотреть. Сначала прокачаем себе уровень, потом уже все по порядку. Пойдем смотреть квартиру, PvP-режим, если сможем. Там всякие улучшалки, которые тут есть. Кстати, в магазине добавили набор. Но это по мебели, ладно. Чуть позже. Так, 101 уровень, получается 150 корешков. Но это фигня. Изолента, веревка, 4 шкуры и 6 мяса. Так, шкура есть. Давайте прокачивать. Раз, два, три, четыре. Корешки. И у нас получается мебель. А, вот тут уровень, кстати. Мотоцикл. Так, мотоцикл, станки, пожиратель, шахтер. У меня есть. На 102 PvP будет. На 107 арендный бизнес. То есть можно будет покупать себе ячейки и продавать их. Второй карман на 110 и вид уникальной лавки на 115 завершить. Стол из сосновой доски. Это в квартиру пойдет. Так, уголь надо. Есть уголь? Да. 10 штук. 15 камня у меня есть. 5 бинтов есть. Так, резиновые детали и кожа. Сейчас найду. Да, кроме угля у меня все вроде было. Резиновые детали, кожа. Камни. Так, у меня еще на почте где-то было. Хотя нет, я отсюда возьму с прилавка этого. Где у меня тут селитра была, отсюда возьму. Так, что тут еще надо? Бинты есть и 10 угля. Спасибо. Положи. Так, второй уровень, PvP. Все это закидываем сюда. Херак и готово. Популярность выросла на 1, 6151. Смешно, блин. Так, доски. Это у меня все есть. Главное запомнить это все. Так, дальше идем. 103 уровень. Так. И вот так. Багажник. То есть у нас получается, вы можете хранить больше предметов в багажнике мотоцикла. Окей. Это насколько на 1 увеличивалось или на 2 сразу? Да, там постепенно по одному увеличивается. В итоге будет в багажнике всего 8. Это да, прям как и в этом. Чудненько. Так, еще надо 7 шкуры. Так, идем дальше. Шкура есть. Завершить. Мебель какая-то опять. Металлический стул. Товары для дома уже отправлены в ваши апартаменты, которых у меня еще нету. Они будут в квартире у тебя уже все. Ну да. Так, блин, 12. Этой надо. Пластин у меня 10 есть. Или было где-то. Да, 10 есть. Бери. Да, сейчас возьму. Так, это взять надо до стака. Что-то еще там было, я уже не помню, что.
Пластины я заберу. Так, что там еще было-то, ё-моё? А, металлолом, доски и железная проволока. Это у меня все есть. Доски, металлолом, железная проволока. Все есть. Так, 104 уровень. Закачиваем это все. И получаем еще одно место в багажнике для байка. Так, дальше что? А вот сосновые рукояти нужны 4 штуки. Сейчас там. Так, полоски ткани есть. Бери. А, сейчас соберу. Так, спасибо. Полоски ткани. Так. Есть? Нет, есть. И что-то еще там было. Что там еще было? Пипец, я сонный, вообще не соображаю сейчас, что происходит. А, слитки. Слитки есть. Хорошо, ты начал их лутать в последнее время, бля. Так. И все это самое закачиваем. 105 уровень. Мебель. Вафельница. Серьезно, вафельница. И вот у нас 107 уровень, получается, будет арендный бизнес. Так, 3 пластика. 15 каменных блоков надо. Так, 3 пластика, 5 кожи. 3 пластика, 5 кожи. Так, пластик. Сейчас, секунду. 5 кожи. Блоки есть. Так. Раз, два, три, четыре, пять. И корешки. Арендный бизнес. Отлично. Так, 5 пластика это у меня есть. Быстренько качнем еще уровень. Раз, два, три, четыре, пять. И корешки. Багажник. Получается, 7 место открыл. Так, кожа. Еще 10 каменных блоков надо. Кожа и пружины. Джон арендовал склад. У меня даже склада-то еще не было. Кожа и пружины. Так, пружины есть. Кожа еще где-то валялась. Так, вот есть каменные блоки. Еще есть, нет? Так, сейчас. Кто арендовал? В смысле? Что-то я не могу понять, а кто арендовал того, что у меня нету? Нет, у тебя на 107 уровне вот здесь появляется уже открыто. Где здесь? Возле задания. Ну и да. Там уже у тебя получается один, и у тебя там один арендатор. Да, но... И ты получаешь уже 10 голубых вот этой новой валюты. Так я же ничего еще не арендовал. Что за хрень-то? Ну, это первый показательный, видимо. Может быть. Арендаторы, Джонни какой-то. Ну, малый склад, то есть у меня есть. А, ну вот, у нас X1, да. Окей, допустим, что. Так, каменные блоки сейчас, если придут сюда, 8 штук еще надо. Пока. Да, 8 штук. И будет 109 уровень, мебель какая-то опять. Ни у кого нету. Сейчас тут ПВП найдем. Появилось, но это мы потом посмотрим. Что тут-то как. Если что, потом схожу. Вот. Да, сейчас. Подписчик пришел. Привет. Так, напишу, может. Нужно, в принципе, сходить, ну, заодно посмотреть, что там изменилось. Хотя каменные блоки хрен два я найду. Забирай. Сейчас. Так, дальше. О, 20 штук. Идем дальше. Что тут надо? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И качаем. Окей. Стиральная машина. Лол. Так, болты и гвозди. Это все есть. Сейчас быренько найду. Где-то у меня тут были болты и гвозди. Все это добро, блин. Сколько у меня уже хлама в ящик. В инвентаре. Кстати, подешевела аренда хранилища. А я заметил, она стала больше.
Так, о, второй карман. Найс. Второй карман, это хорошо. То есть можно вот так работать. Все зашибись. Необычно вот так делать это дело. Да, хилиться работает. Кнопка работает, отлично. И переключалка. Так, что там дальше на уровне-то надо? Не посмотрел. Так, опа, 16 стекла. Это все есть. У меня еще гвозди взять, деревянные детали, полоски кожи. Есть? Гвозди есть, деревянные детали есть, полоски ко... Так, вот эти древки надо было, полоски кожи и стекло, 16 штук. Все есть, дальше едем. 13 тысяч корешков, уже, кстати, нехило. Так, мебель, что это у нас? Микроволновка, люкс. Хату поставить. Так, 2 селитры, 2 флешки надо и 20 серы. 20 сер у меня нету. 2 Сейчас селитры, 2... серу забирай. Не, сера у меня есть. Ой, тьфу, ты селитры был, сера. Так серу надо? Не, серу надо, да-да. Я путаюсь. Забирай. Серый, селитра путаюсь. Так, отлично, спасибо. Пожалуйста. Так, еще один уровень. 112, получается, почти все. Блин, как цена увеличилась с 150 до 18 тысяч. Багажник, последняя ячейка для багажника. Отлично. Так, резина. О, 12 древа как раз поставлю. 20 пластин, 20 пружин. Так, телефоны, резина у меня вроде была. Телефоны есть, резина была, вот пружины, все, у меня одна осталась из тех, что было. Забирай. И еще надо этот... Блин, только что видел, что это было-то. Так, чего-то там интересного, блин, что это было. А, эти пластины железные. Есть еще? Блин, нету. Все, ГГ. Сейчас найдем. Так, ладно. Это я пока сюда сложу все добро, пусть здесь лежит. Сколько там осталось? Пластин 20? Да, 20. Так, блин. Все ушло, хрен знает куда. Непонятно. Это сюда. Это вот, блин, это сюда. Просто те ресурсы, которые не особо получаются ходовые. Ну, каменные блоки согласен, да. Но и Каменные пластины блоки, у меня, блин, пластины были до тоже не вчерашнего, очень ходовые. позавчерашнего дня. Я их на гвозди все скинул. Ну, хотя гвозди тут тоже были нужны, поэтому не зря скинул их. Так, кожи нифига не осталось. Деревянные детали. Так, это я сюда сложу. Телефон и резину сейчас положу, пока суть до дела. Раз, два, три. Это все 20 пластин, в общем, осталось. И будет у меня какая-то новая мебель, будет 113 уровень. То есть там еще два уровня надо прокачать. Ладно, пока не суть важно, уже и так задержались на этой прокачке, блин. Пойдем посмотрим, что с хатой делать. Так, телефон сюда пусть лежит. Слитки пока сюда положу. Все это надо разложить вот так. Так. Что у нас тут получилось? В общем, арендная хрень тут. Можно, в принципе, вмазать там 100 тысяч корешков. Посмотреть, может, кто арендовать будет. Я думаю, самый большой смысла нет покупать. Его мало кто будет брать. Хотя, хрен его знает. Ну, кстати, уже есть прям большие квартирки такие. Ну, квартирки, не спорю, у нас Чтобы вон с тобой по строили. 800 тысяч корешков. Я боюсь представить, что у других тут. Так. О, меня сразу кто-то арендовал его. Тут можно, то есть 50 тысяч, потом 55, тут 100, 110, тут получается 150, потом 200 будет тысяч, да? Ладно, я уже забрал. Кстати, у вас не все 3000 пришли, но тут тоже 70% вы забираете, 30% налог. Ну, хорошо, допустим, тут квартира есть, можно ее улучшить. Он дает первый вариант, это, блин, как бы сказать... Квартира 2 на 2 метра, блин. И, кстати, тут задание есть еще. Осмотреть мебель. Новое задание, которое вы получаете, вернее, выполняете, когда заходите в другую какую-то квартиру, например. Я так полагаю, игрок должен быть в сети, да? Да. Давайте к нашей цыпочке сходим, посмотрим, что у него может.
А это откуда у меня появилось? Белый холодильник откуда-то появился. Это холодильник, то, что это у тебя на прокачке. Ты это можешь поставить себе в квартиру. Так, этим лайкосик влепим. Ну, типа вот так вы входите по чужим ты можешь квартирам. Как в офлайне, получается, их поворачивать. Не, это я понял. Это я понял. Ну, сейчас схожу в свою квартиру, посмотрю. Ну, 2 квадратных метра, мне кажется, это несерьезно. Сейчас зайду в свою квартиру. Так, войти. Количество лайков 1, посетителей 0 из 3. Кто ко мне заходил уже? И у меня такая же хрень будет, да, сейчас 2 на 2 реально? Да. Ну-ка, дайте посмотреть. Ну да. То есть тут я могу переодеться и тут могу поменять белье. И все, пока что. Ладно, давайте посмотрим следующую. Улучшение этой квартиры за 35 тысяч корешков. Посмотрим, что изменится. Как она станет побольше. Насколько она больше станет. Блин, вот эта загрузка. Я вот этого не хотел, блин. Так, улучшить. Увеличить размер квартиры. Часть мебели будет помещена в хранилище. Улучшить. Ага. Уровень 2 из 5. Твою мать. Это до 15 качать. Тут же это да. Самое. Корешков и не напасешься. Полноценный пентхаус у тебя. Ну да, я и говорю, блин, там. Жесть будет. Ну сколько это хрень? Так, ну она уже стала более-менее окей. Тут можно диваны и кресла, столы, растения. Так, стоп, там что-то еще было. А, вот. Туалет, устройство, декор. Ё-моё, ковры. Пипец тут, конечно. Так, это получается... Вот... Так, а как? А, это пол. Можно как-то вот это... Пол а, и вот. Стены пока не меняются. Они пока в одном дизайне. Окей, меняется я... все остальная мебель. Я понял. Так, ладно, пока так поставлю. Мне, на самом деле, это уже чуть побольше. Но давайте еще 120 тысяч корешков туда. Вхреначу, посмотрю, что получится. Побольше будет квартирка. Там, получается, следующий уровень будет типа 240 тысяч. Или что-то такое. Ну, я думаю, да. Так, улучшить 120, 210. Ну, недолго, а. Недалеко ушел я. Давайте зайдем в эту квартиру, посмотрим, что тут есть. Ну, по сути, там макетик нарисованный. Можно понять по тому, как квартира выглядит. Такс, ну вот. А там трущобы за окном. Нормально. Блин. Что это? Раз, два, три на раз, два, три. У меня 548 тысяч. Если 200 еще вкачаю, останется 300. Ну, давайте еще разок вкачаю. Хотя там еще для чего-то нужны будут корешки, нет? Ну, вот только для аренды получается. Ну, там аренды еще смогу спокойно что-то сделать. Просто думал, может, еще что-то куда-то потратить. Давайте улучшим до 200. Нет, больше 210. Пока ничего. А я не могу, кстати, улучшить. Там дальше идет за эти самые... За облигации. То есть 210 это облигации? Нет, 210 тысяч я улучшил, это корешки. А следующее это 10 тысяч облигаций. То есть вот эти за арендную плату, я так и понял. Которые ты получаешь. Шикарно. Вот, квартирка готова. Плюс-минус. Обустроение? А, да, ну надо пойти, короче. У меня пока денег нет, у меня 2000 еще, я ничего не куплю. У тебя это есть холодильники? Вот не, ну это понятно, ну блин. Пока не суть, я хочу пойти показать еще магазин. В кратере появился магазин, мать его, мебели. Вот здесь в метро вы можете поехать в торговый район, либо в магазин мебели. И тут прям реальный магазин, там можно приобрести предметы для декора или там мебель какую-то всякую разную. Я там торт видел, по-моему, сегодня ходил так посмотреть. Там либо торт, либо что-то еще было. Это что это? Ускорить 25. Чего? Что-то я не могу понять, что это такое. А, купить вот. А, это с днем рождения. Ну понятно, тут коврик есть походу. Ковер темный для ванны 2600. У меня 2100, я пока бомж. Этот 40 тысяч стоит, это что? Унитаз люкс. А ёршик есть для унитаза? Нет. Каменная стена. О, кстати, это выглядит посерьезнее. Это что? Это умывальник, да? Раковина с тумбой. Окей. А это ковер. Кстати говоря,
Ковролин серый со звездами. Его можно поставить. Надо просто накопить на него. Но это другой уже вопрос. Ладно. Тут, кстати, появилась анимация метро, когда он тут ездит. Прикольно выглядит. Довольно-таки интересно. Да-да, интересный концепт довольно-таки. Выглядит прикольно. И, по крайней мере, не одно и то же, что и было до этого. Так, давайте посмотрим, что у нас дальше. Вот тут арендная хрень, это самое. Арендаторы, два человека. То есть, вот это мне интересно. Плюс 2000 это в день, в неделю. Я что-то не могу понять, как это работает пока. Но, думаю, можно еще 338, можно еще бахнуть одну маленькую. Вот так. И одну большую. Хотя нет, пока подожду. Еще один арендатор появился. Заберем. Ладно, эти мы корешки накопим, не проблема. Как они там, на облигации. Мы посмотрим. У нас байк, по идее, улучшен сейчас. Да, все 8 ячеек работают. Спокойно можно перемещать предметы. Единственное, что осталось, это, по идее, пойти либо по метро походить, либо вот в ПВП. Но в ПВП, блин, малина, тут начнется через час 4 минуты. Это пипец как долго. В бой там, по-моему, за энергию можно. Кстати, нет, нельзя. Подожди, эта хрень требует 200 энергии или мне показалось? А, 20. А почему тут ваша энергия нет, 200 из 200? Да. Кстати, да. Охренеть, это то есть почти вся энергия, которую в день можно получить. Ну, в бой там написано, смотри, внизу 20. Я думаю, что 20 надо. Я не могу понять, вот тут почему 200 из 200. Ну ладно. Тут награды. Не знаю, с чего они получают. Вот эти типа талончики, шеврончики, как в офлайне. Тут 10 тысяч облигаций. Можно заработать. Можно получить заработку на складе. 4 кислоты, винтовка с активкой, еще 20 тысяч облигаций. Портфель, кстати, есть, пустынный хаки. Ну, такой себе. Щит с активкой, это что? Аппарат для сладкой ваты, создавать праздничную атмосферу ярмарки у себя дома. Охренеть. Стервятник, модель для байка. МП-5 с активкой. Модель локомотив для кого-то, блин, для прилавка. Хакашка и кубок ничейных земель. Плюс потом, получается, на 15 уровне бесконечный ящик, в котором можно портфель дюпать каждый ж... А, нет, один раз получается. 20 антибиотиков и ХК-416. То и по дефолту каждые 6 предметов вам будет выпадать одно из этих. Постоянно, то есть. Ну, в принципе, неплохо. Надо посмотреть, как это работает, то есть, как это... Вообще, это... Лутается, сколько надо потратить энергии, чтобы это все сделать. Ну ладно, давайте сходим сейчас, посмотрим. Кстати, 5, 10. Нет, тут все правильно. Давайте сходим, посмотрим, что на локации. Я сейчас в дуб хочу сходить, посмотреть, что там есть интересного. Ролик, конечно, затянется, что пипец. Но посмотреть, думаю, показать, полутать стоит это дело. Может быть, что интересно для себя нового открою. Не факт, конечно, но может быть, что-то найду. Так, надо сделать одну себе алебарду. На турнир, не знаю, сходить. Нет, так, это мне не надо вообще-то. Так, это мне надо, получается. И что-то еще надо было для алебарды. Я не могу вспомнить, что именно. Так. А, ножи. Тут я передо мной маячу, не могу их... Алибарда создать. Мне одной не хватит, такой точно. Ты если это, Саша, я что-то, может, забыл, нет? Что-то не сказал? Что? Но эти, да ты, нет, все ты, так ты, же. Ты тут вроде давно уже сидишь. На локациях выпадают вот такие штучки интересные. Кстати, что на желтых выпадали, что на турнирах. Сигнальная ракета. Выпадает тоже как-то рандомно, ну, примерно по две штучки, где-то по одной. А, ну это типа осветить локацию, чтобы посмотреть, если да. Есть ли там какой-то, кто-то, кто заныкался. Так, надо сходить в душ и пойти посмотреть локацию, ну, из, может, что изменилось там, ну, в плане, а вообще зомби остались те же самые или как? Да, ну там вроде некоторые зомби...
немного пожелтели почему-то. О, кстати, у меня есть турнир искателей. Можно пойти попробовать его пройти. Заодно и на ролик это будет. Так, топор я взял. Это... А, мне надо идти. Консервочки взять. Свои любимые, без которых пластины я умру там. Пластины возьми, вкачай в уровень. А что, у меня готовы пластины, хочешь сказать? Да. Давай. Так, давайте вкачаем тогда. 113 будет, да? А, мебель. Ой, блин, 3 линзы, 3 пружины, 5 проволоки, 6 сосновой рукояти. Ладно, давай вкачаем еще. А, пружин у меня нет, кстати, я положил. Там осталась, одна оставалась. Есть там еще, нет пружины? Сейчас будут. Так, сосновой рукояти тоже у меня нема. Никогда их не делал в жизни своей. Так, что тут еще? 5 проволоки алюминиевой. А, ну да, 5 проволоки алюминиевой. Сейчас заберу 5 проволоки. Саш, ты подлагиваешь что-то. У тебя какие-то фрезы там, непонятно что. Да вроде как-то, я не знаю, нормально. Ну потом на ролик, если я это забуду удалить, услышишь. Так, рукоять еще 4 штуки надо. Забирай пружину. И рукояти 4 штуки. Сейчас дам. Кстати, у меня же заработать есть эти самые. Купи предметы, заработай корешки 20x5. Я бы сейчас заработал, пока суть до дела. Тут у меня все куплено. Бери рукояти. А, сейчас, секунду. Ну, тебя реально подлагивает. Попробуй. Я не знаю, что это там может быть. Сейчас. Так, 114 уровень, мебель опять. Кресло люкс. А, вот еще 20 пластин надо железных. Но это на потом уже оставлю. Так, Сашок, давай тогда чуть попозже это увидимся. Я пойду на локацию, пока полутаю, окей? Ну, хорошо. Я тебя туда скину, к нему, к другим, к остальным. Да, конечно. А там никого нету. Выкидывай меня. Я тебя в пизделки-то скину, потом туда приду. Хорошо. Спасибо за помощь. Пожалуйста. Так, давайте сходим на локацию, все-таки посмотрим, наконец, что там есть. Это я уберу, купи предметы, блин, убей толстяков, у меня никаких заданий нету, но турнир искателя пройти стоит. Я его весь проходить уже не буду, ну, на ролике имеется в виду, я скипну некоторые моменты, само собой, потому что иначе будет реально очень долго, а мне как бы неохота создавать очень длинные ролики, не люблю это дело. Ну, сейчас посмотрим, что тут. По мере прохождения буду вам говорить, что тут есть интересного. Турнир начался, блин, и я сразу попался с плевуном, родился. Я уже золотого одного вижу, это хорошо. Если кто до сих пор не в курсе, то золотой дает в 3 раза больше очков. Ой, в 10 раз больше очков. То есть, если гнилой дает 32, то золотой дает 320. И мы на первом месте. А вот, собственно, должно быть 300, да, 340 плюс-минус очков. Тут, кстати, что-то еще есть. Кубок турнира искателей, награда за призовое место. Блин, надо попытаться его выиграть. Так, раздеваемся. А что это она присела, я не понял. А, блин, ты, зараза, не охраняешь ящик. Ладно, понятно. Блин, ну со вторым карманом это жесть. Это просто... Облегчили игру на 10 из 10, серьезно. Это не надо каждый раз менять предмет, каждый раз там мучиться, заходить в инвентарь, новый предмет себе сюда складывать. Плюс вот то, что они добавили места в байке, это тоже очень много проблем решает. Теперь можно вывозить гораздо больше предметов с локации. Не надо там сидеть, делить, думать, что происходит вообще.
Так, вроде бы локации я зачистил. Очков у меня немерено. Давно такого не было, чтобы два золотых толстяка и один этот самый. И как его? Так, ладно, возьму все пока. И один гнилой, то есть это уже, считайте, около 700 очков. Тут фильтр даже попался. Еще две ракетницы, которые я не могу взять. Так, давайте бинтов наделаем. Раз, два, три, четыре. Ракетницы есть. Четыре штуки с одной локации. В принципе, очень даже неплохо. И тут в описании написано следующее. Яркая вспышка освещает местность и помогает обнаружить засаду в высокой траве. То есть на турнирной локации, то есть не здесь именно, а на PvP локации могут быть засады. То есть кто-то сидит в засаде, я так полагаю, либо это бот, но я не знаю. У нас вроде нет такой способности как-то ложиться в траве. Или может там она появится, без понятия. Но здесь я все собрал, что у меня тут... Так, где? Бревна и грибы есть. То есть 15 грибов, ладно, один гриб не хватает. Это на самом деле ничего такого страшного. Идем домой, помыться надо и пойдем на вторую локацию. То есть бокситовый карьер. Посмотрим, что там интересного найдем в ящиках. Ну, заодно турнир искателя пройду. Может быть, повезет, первое место займу. Так, я, кстати, уже вижу золотого у себя на локации. Я пока еще на первом месте. Но чувачок не остается. 100 очков. 100 очей от меня. Ладно. Значит, ни одному мне так фартить золотыми. Ну, будем как-то выкручиваться. Надеюсь, одно из первых трех мест возьмем. Мне, конечно, бы хотелось на кубок посмотреть, но провиант я юзать не хочу и не буду. Но это вроде толстяк золотой. 240 очей лишних не будет. Так. Так, давай, давай. Хотя там... в смысле? Ну, что за бред? Ты сагрился, взял, а? Все же нормально было, братюнь. Нафига ты сагрелся? Пора меня пиздить. Ладно, также идем по быренькому. Буду, если что, показывать, что в ящике найду чуть позже. Тут, кстати, ребят, важный момент. Если кто не понял, почему я не убиваю этих вот зомбиков, я жду подходящего момента. Я не знаю, сколько там меня опрокинули. Может быть, и получится, конечно, выиграть, но что-то я сомневаюсь. Но это мы сейчас увидим. Осталась минутка буквально. Это надо просто с ними побегать чутка. Этого пока вот так вот шандарахнем. Тут у меня на один удар я его грохну. В любом случае, если не этого, так того, 23 хп. Этого с арбалета грохну вот так вот. А того получается с... Да, с алебарда, если он... Блин, сейчас он прыгает, конечно, по КД. Но, допустим, если бы здесь были провиантеры в этой катке, вроде бы как их не было, то убивая их на последних секундах, вы, скажем так, лишаете их возможности добавить провиант. То есть они будут думать до последнего, что вы на там где-то на третьем, четвертом месте.
и никуда не денетесь. Если убить их чуть позже, то есть вероятность выиграть. Не знаю, сколько что получится. Это, по сути, за мной сейчас бегает 480 очей. Так, 10, 9. Блин, тут они меняются. Меня вот это напрягает, на самом деле. Ладно, давайте убивать его. Вот так вот. Посмотрим, что получится. Второе место. Ладно, хрен с ним. 2400. Я бы его не догнал, в принципе, никак. Вот я не могу понять, вот это вот хрень. Награда за призовое место. Ну, я их получу в любом случае, но, видимо, не сейчас. Давайте пока залутаю всю эту локацию и потом посмотрим, что тут изменилось. Так, локацию я залутал. Давайте я сюда сложу лишний хлам, который мне на данный момент не нужен. Боксит, кварц, серый тут пока оставлю. Так, эта кирка мне нахрен не нужна. Думаю, сколько места мне хватит. Сейчас посмотрим, ракетницы тут будут или нет. Или вообще, как они сейчас попадаются-то. Так, первый ящик. Смотрим, что тут. Кстати, тут пока бегал, собирал, у меня активировался турнир, то есть по списку они также идут. Скаута, искатели и сталкеры. Тут ракетница, сигнальная ракета. Хорошо, еще две штуки. Второй ящик где-то тут вроде был. Так. Что, я стреляю, все нормально. Так, броня слетает, все хорошо, удалять у меня лень. Всегда так делаю под конец. Так, все, вроде бы залутали. Плюс-минус. Ну да, в одном ящике была ракетница, в другом не было ничего связано с этим. Получается как-то так. Сейчас стоит, думаю, открыть ящики, посмотреть, что в этих ящиках выпало. Лут, по идее, не изменился, я так полагаю, не факт. Давайте. Тут, кстати, вот только сегодня у меня почему-то ящик не открывается. Не, он сейчас открылся. До этого не открывался. Тут, во, в магазине хотел показать, тут есть набор мебели ретро. Уцелевший интерьер некогда популярной закусочной. У нас, кстати, в Италии такие закусочные есть. Довольно-таки часто встречаются вот эти автоматики, помню, попкорновые. Так, облигации можно купить. И сколько тут вообще? 5000, 50. Ну нафиг, не хочу. На торгу сам. Тут забавный факт. До сих пор этот баг присутствует. Модель бунгало. Плюс 100 к популярности. У меня вроде как не куплен. Но прикол в том, что он у меня есть. То есть у меня максимально была тогда популярность. И вот он бунгало. И не знаю, с чем это связано, но... Кстати, а что тут? Кратер. Ну да, пока недоступен. Ладно, оставлю так пока. Пусть будет камуфляж. Почему этот ящик горит, кстати? Все же по-прежнему было, да? Пока нет арендатора. Почему ты горишь? Непонятно. Тут турнир когда начнется этот? Через... Что за хрень? Как это работает? Ваша... Блин, может мне надо стоит переодеться или что? Давайте я закину пока ресы сюда, посмотрю. Может, я что-то не понимаю в этом деле. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Это сюда. Так, ладно, давай. У меня что вообще? А, нет, есть. Фу, я уже перепугался, думал, у меня из-за ленты нифига не осталось. А, так, грибы сюда, пусть здесь лежат, клей, это я на продажу кину, клей вроде бы вообще не нужен был в этих прокачках. Что еще, пока не понимаю, не соображаю. Это дело сюда, это дело стакается тут. Это я на себя напялю пока что, это я продам. Это сюда, сюда, ракетницы пусть пока здесь полежат, это сюда закину. Шкур хотел налутать другим ребятам. Нифига не получилось. Ладно.
Веревка, кстати, вот это можно все в продажу скинуть, пусть продается, нафиг не хочу это тут держать у себя. Я не понимаю, может мне надо мощи набраться, типа нельзя туда ехать голым или что-то в этом роде. Давайте посмотрим, может я реально что-то не понимаю. Если, блин, реально хранилище увеличилось, оно раньше было на 60 ячеек или 75. Так, сет скаута надел. Чего не хватает? Помощь. Ваша мощь 112. Надо 120. Допустим, я возьму еще кольтец. Хватит мощи. Надо его взять. Ваша мощь 136. А, начнется через 29 уже минут. То есть тут как бы меняется в зависимости от оружия и брони, в которой я нахожусь. Блин, давайте сделаем так. В общем, я этот ролик на этом закончу пока. О, кстати, хотел показать. Единственное, что я хотел посмотреть, это вот по квартире. Хочу зайти и посмотреть, что там есть. Поставить мебель уже по фэншую, посмотреть, что куда влезет. Давай. Выход. Кто-то уже заходил. Целый один человек. Диван и кресло. Тут есть такое вот кресло, куда его можно забубенить прямо. Кстати, вот это вообще хрень. Да, ее нельзя удалить. Не, можно. Вот так вот. Кресло поставим. Можно его повернуть? Блин, нельзя. Она... Блин, вообще никак нельзя повернуть. Печально. Сюда. Как-то глупо. Ладно, пусть пока здесь стоит столы. Блин, у меня только такой стол. Жесть, Бомжуем. Растения нифига нет. Телевизор, туалет. Тут и устройство. Но это холодильник. Можно... Вот сюда жахнуть его. Повернуть вот так, например. Стол, по идее, должен быть где-то по центру. Это вот так, наверное. На столе... Так, стиралка пусть здесь стоит, в углу будет. Нахрен нам это нужна? Вафельница. Можно ее на стол? Да, можно. Хотя декор это не то. Ковры у меня ничего нет. У меня вообще нифига нету. Вообще. Ну, стол есть, можно так стульчик поставить. Вот так. Еще. И, например, где-то было туалет, устройство, вафельница. Нельзя. Ну, пусть... Ну, блин, лучше микроволновку-то на стол поставить. Пусть у меня она стоит. Хотя это глупо тоже. Пусть так стоит, короче. Это что? А, еще себе можно так даже. Окей. Тут пол, стены и пол пока менять нельзя. Денег у меня как бы нету. Но более-менее что-то получилось. По идее, кровать должна быть. И квартира должна быть чуть побольше. Ну да ладно, выйти из квартиры. Моя популярна 6328. Чего это вдруг? Блин, она выросла, получается, на... Даже не на 200, это 178, что-то такое. Было 6150, стало 6328. Да, 178 выросла. Так, заработай корешки. Вот эта вся хрень по максималке идет. Это по максималке. Вот эта всякая хреновина. Продаем, продаем. Кстати, интересно. Блин, что-то как-то дешево ракетница стоит. Ну ладно, все тут оставлю. В общем, как только эта хрень у меня получится найти, я вам пока обязательно запишу ролик. Пока что не получается, как вы видите, ну как только, так сразу. Обязательно вам все покажу. А надеюсь, этого обзора вам плюс-минус хватило для чего-то, чтобы что-то понять, что-то освоить. Если что, обязательно пишите комментарии, ставьте пальцы вверх и, разумеется, подписывайтесь на мой канал. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.